Он сказал, мы утром пойдем на охоту. Ну и где он? Куда он подевался? Что он там делает? Он просто стоит на месте. Что с ним такое? Он сказал, мы утром пойдем на охоту. Ну и где он? Куда он подевался? Что он там делает?
Он просто стоит на месте. Что с ним такое? Сильный снегопад. Мир белеет. Он сказал, мы утром пойдем на охоту. Ну и где он? Куда он подевался? Он сказал, мы утром пойдем на охоту. Ну и где он? Куда он подевался? Что он там делает? Он просто стоит на месте. Что с ним такое? Huh.
Элой, ты пришла? Ты хочешь побыть один? Нет. Надо поговорить. Я думал о твоем обучении. Ты умеешь выживать и охотиться. Но, боюсь, одну вещь я забыл тебе объяснить. Или еще не поздно? Давай. Я всегда готова учиться. Случилась неприятность. Это шанс преподать тебе новый урок, но он будет опасным. Ты должна подготовиться, иначе погибнешь. Спустись в объятия и собери там детали для огненных стрел. Огненные стрелы? А что за неприятность-то случилась? Добудь детали и встретимся там, у северных врат в сердце матери. А, у северных врат? На краю объятий? Да. А теперь иди. Тебя что-то беспокоит? Нет, ничего. Волнуешься, что будет после инициации? Да это и так ясно. Тебя примут в племя, а я как был, так тут и останусь. Изгоем. Даже если они меня примут, я все равно... У нас много дел, Элой. Обсудим это потом. Ладно. Мне еще что-нибудь сделать там, в объятиях? А, у чудной грота кончается еда. Набей для нее мясо на неделю, если время будет. Она бы хоть раз мне спасибо сказала. Грата следует закону. Не воспринимай ее молчание как оскорбление. Ну, как скажешь. Я соберу все, что нужно. Но по пути повидаю Карста. Элой, когда он с тобой разговаривает, он нарушает закон. Ну и хорошо. Мне нужен не Тимет, а с изгоями, кроме него, никто не торгует. Тогда закупись припасами. Сегодня ночью они понадобятся. Ты меня пугаешь. Ладно, до встречи у врат.
он с ним не спал. Он ошибается, если думает, что я его брошу. Объятия. За всю жизнь я ни разу не покидала пределов этой долины. Но после инициации все изменится. 2 дня. Через 2 дня я получу ответ. 2 дня, и я узнаю, кем она была. И почему я с рождения стала изгоем. Как будто это можно чем-то оправдать. Сохрани меня, мать. И о чем мне разговаривать с изгоем? На изгоев не надо обращать внимания. Сердце матери. Еще 2 дня, и я увижу, как они там живут. Столько людей на таком маленьком клочке земли. Наверное, им никогда не бывает одиноко.
Из этого можно сделать зелье. Прилетел этот ветер. Я ранен. Помоги мне. Что? Ты говоришь с изгоем? Мне нужна помощь. Все остальное не важно. Так что случилось? Ногу поранил? Дело не во мне. Моя дочь Арана в опасности. Погналась за падальщиком у колыбели матери. Я боюсь за нее. Я даже встать не могу. Тем более идти за ней. Ты поможешь. Она охотится на падальщика одна? Я виноват. Хотел его сразить, но он разодрал мне ногу. Я едва ушел, а копье осталось в машине. Это копье сделала Идина, ее мать. Она умерла. А рана им очень дорожит. Вот и побежала за падальщиком. Так она пошла к колыбели матери? Да. На юго-восток. Я и запретил, но с тех пор, как умерла ее мать, она совсем не слушается. Что за жизнь? Был вдовец, теперь калека. Не могу найти родную дочь. Пожалуйста, помоги мне все исправить. Ты понимаешь, что за разговоры со мной тебя могут изгнать? Пускай. Я хотел пойти за ней, но меня ноги не держат. Найди ее. Я приму любое наказание, лишь бы ее спасти. Я постараюсь тебе помочь. Пожалуйста, найди ее. Умоляю тебя. Везло. Похоже, это Арана. Она в опасности. Я в ловушке! Кто-нибудь! Я не могу съесть!
машины. Можно с тобой поговорить? Я хочу поблагодарить. Эй, подойди сюда, пожалуйста. Подойди ко мне на минуточку. Подойди ко мне на минуточку.
Можно с тобой поговорить? Спасибо. Я думала, рыскари разорвут меня на части. Меня прислал твой отец. Тебе пора домой. Я не могу. Сперва надо вытащить из падальщика мамино копье. Это копье тебе так дорого? Мама сделала его незадолго до смерти. Как отец мог его потерять? Он не нарочно. Падальщик очень опасен. Я знаю. Но мне больно от мысли, что оно пропало навсегда. Отец за тебя очень волнуется. Да он волнуется, даже когда мне надо по нужде в кустике отойти. Он не хочет тебя потерять. Я знаю. Просто лучше он орал бы на меня поменьше. Как ты здесь оказалась? Я шла по следу падальщика. Почти догнала, но меня заметил рыскарь и позвал своих. Великая мать, неужели у меня не хватит мастерства, чтобы вернуть копье? Я поищу копье. Правда? О, спасибо! Вернись к отцу. Он к югу от сердца матери, не может на ноги встать. О, нет. Тогда я побегу скорее к нему. Спасибо тебе. Дождь закончился. Звезды вылезают из укрытий. Здесь след арана обрывается. Наверное, тут она не видела падальщика. Пойду за ним. Найду и копье. Выбери матери.
идти к Карсту за метеоритом. Нет, нет. Вот он. Ну что, вперед. Достойное оружие. Арана так обрадуется. Это можно хранить.
Жесткая. Ну ничего, я привыкла. Вокруг никого. Можно не бояться, что нас увидят. Наверняка он. Вот он. Что-то у него тревожный вид. Так, у меня на пороге изгой. Великая мать, дай мне сил. Боишься, нас кто-то увидит? Ты так озираешься по сторонам, прямо как вор на базаре. Осторожней, шею свернешь. Ты же беду всегда приносишь, будешь тут озираться. В прошлый раз ты говорил, что у тебя есть свободный нить мед. Не продал? Да нет. Но я хочу за него окуляр падальщика. Сама знаешь, особое оружие обходится недешево. Не вопрос. Я недавно завалила падальщика. Есть окуляр в лучшем виде. Так уж и в лучшем. Где он? Теперь смотри мне, давай-ка поаккуратнее с этим нитьмётом, поняла?
Я как-то совсем не хочу зацепиться ногой и подорваться на твоей ловушке. Да ну, а так и не скажешь. Ты еще тут будешь? Вдруг мне еще что понадобится? Я буду здесь. Все как обычно. Неси мне любые детали от любых машин. Чем лучше детали, тем больше осколков получишь. Может, взглянешь, что у меня есть на продажу? Кто знает, может, что-то даст тебе фору на инициации. Ну, вроде все обсудили. Ладно, увидимся. Я получила то, зачем пришла. Пора идти к Северным вратам. Я уже вымокла в этом снегу. Хорошо, что я изгой, а то пришлось бы общаться с этими... Совсем не удивительно. Изгой не уважает наши предки. Все и закончится.
повезло. Матери, Элой вернулась с копьем. Сначала ты вернула мне рану, а теперь и копье нашла. Когда я позвал тебя на помощь, я даже не знал, станешь ли ты слушать. Я так рад. Я тоже. Даже не верится, что ты его нашла. Твоя мать была мастером. Это прекрасное копье. Мне до нее далеко, но пару секретов она мне приоткрыла. Буду рад взглянуть на твое копье. Спасибо. Ты очень ее любила. Я тебе соболезную. Ну, благодаря тебе. У меня хоть осталось ее копье на память. Ты очень помогла нам. По своей воле. Она бы это оценила. Спасибо тебе за все.